Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на CSFL. У меня на бальке 833 доллара. И давайте со старта поставим 33 бакса на красное в дабли. И в идеале, прямо в начале ролика, естественно, нам сделать плюс 33 доллара. Отлично, красный нам падает. Слушайте, рискованная ставочка со старта. Но самое главное, что мы ловим красный и выходим в такой хороший плюс со старта ролика. Потому что самое главное, это начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на CSFL, вы можете при пополнении ввести промокод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре скинами получили 1100, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводите его нужно вот сюда. Так, мы в прошлом ролике подняли плюс 550 бачей к балансу, в основном благодаря 7x в дабле, и я сегодня хочу эту стратегию дальше побузить. Стратегия в чем заключается? Мы ставим условно 30 долларов на черное, ну или на красное, тут как больше интуиция подсказывает. И на 5 долларов меньше ставим на 7x. И когда нам падает 7x, мы в полном шоколаде. Так, сейчас ставим 30 долларов на черное и 25 на 7x. Я, конечно, понимаю, что я уже поднял баснословный баланс этой тактикой. То есть мы из 100 бачей сделали... Нет, мы... Да, из 100 бачей мы сделали, получается, 811. Чисто благодаря этой стратегии мы ловим 7x со старта видоса. Я не знаю, пацаны, но пока вот эта обнова, это лучшая обнова на CSFL за все времена. Во-первых, мне просто нравится, что теперь между 2x и 14x появилось новое число, новое x-ов, это x7. Мне, ну, мне намного комфортнее стало. Так, сейчас, погодите. И 25 сюда. Фу, успел. Короче, мне вот этот вот 7x в дабле, это то, прям чего не хватало, чтобы всегда хорошо, а ты, сука, подниматься. Ну, ничего, ничего, мы пока все равно в хорошем плюсе. А, давайте 31 доллар зальем опять на черное, потому что в последнее время сильно преобладает красное. И 25 также на 7x. Так, ну сегодня я прям супер долго в этом режиме не планирую играть, хоть мы в нем и хорошо поднимаемся, но это у меня будет уже тогда третий ролик подряд, где 90% времени провожу в дабле, ловя 7x. Это уже просто странновато будет выглядеть. Я хочу и в других режимах играть. Так, черный падает. Отлично, давайте еще две попытки поймать 7x. Не получается, уходим в другой режим. Самое главное, что мы в принципе уже поймали 7x. Это самое приятное. А сейчас все то же самое, 30 бачей на черное и 25 долларов на 7x. Давай, родной, давай черное, отлично. Так, на балике 942 доллара. Пора, я думаю, рискнуть, поставить 42 бакса. Получается на черное. Вливать будет, я думаю, стрик из трех черных, да, это логично. И 35 долларов ставим на 7x. Рисково, но если ловим 7x, то мы в шоколаде. Давай, родной, ну в идеале, конечно, 7x, но это прям будет, ну да, сука, зеленый выдает. Ну ладно, то, что мы подняли, мы здесь уже и просрали, ну не так категорично, полетели в дабл, по моей стратегии поставим 30 долларов на 3x и 30 долларов на 4x. Но честно, последние ролики меня эта страта начала прям очень жестко сливать, меня это уже начинает раздражать. Что если мне сегодня эта тактика вообще ни хрена не будет выдавать, мы понемногу от нее отходить будем. Потому что как будто бы она в последнее время начала уже сливать. Давай, но в идеале хотя бы 3x поймать. Не, в идеале, конечно, 4x, а так хотя бы 3, но не, ни хрена не падает. Уходим, короче, нахрен. Что-то меня реально колесо начало бесить с этой тактикой. Аж 59, плевать. 100 бачей. Ну да, да, да. Я не знаю, вы посмотрите, шанс 50 на 50... Но я из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Из 10 игр выигрывают 2, шансы 50 на 50. Ну, хоть 400 бачей вернули. Ой, сука, опять начинается то, что было в прошлом видосе. Ну, я так это не люблю. Ну, а как еще так... Ой, зачем я на черное писал, оно было на красное. Ну, короче, под... А, ну, хотя ладно, черное тоже нормально. Я что-то подумал, в принципе, стрик может продолжаться. Давай черное, спасибо. Так, хорошо. А, так я в минус ушел, я дебил, я неправильно все поставил. Короче, мы ставим 100 бачей на красное сейчас. Уже, я думаю, должно быть красное. И 90 на 7x. Ну, я играю, но вот это, вот то же самое было в прошлом ролике. Но мне, благо, там повезло, я заулынил на 7x и выиграл. Но это всегда мне не будет так вести, это же дураку понятно. Ну, красное падает, это хорошо. Что-то меня как-то колесо, дефьюз, если честно, все как-то в дисморальку завело жесткую, потому что так хорошо начали, так обосрались в дефьюзе и в колесе. Ну ладно, то же самое, 100 бачей на красное, 90 на фиолетовое. Если падает 7x, ну в принципе дела более-менее улучшаются. Ну, конечно, все равно будет не очень. Ой, точнее, если 7x падает... Пожалуйста, он нам падает! Я не понимаю, что происходит, но дабл это лучший режим. Это лучший режим, это лучшая стратегия. Мне это безумно нравится, отлично. Фу, так, ладно, ну тебя нахрен, колесо, дефьюз. Да я не знаю, ну ты меня просто столько раз подряд слил, что как будто сейчас-то должен повыдавать. Спасибо. А, меню... Не, хотя минер... Ну можно вообще тройнуть, как будто, кстати... Ну, хреновая.
Ну вот начинается. Ну начинается. Да, ну тебя нахрен. Дошли, $101, отлично, ладно, минер не подвел сегодня. Ну чё, пацаны, косарь баксов надо пробивать, и как будто можно заканчивать видос. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Отлично! Так, $977 на балансе, нам осталось поднять $23, давай с удвоением. Мы выигрываем. Так, ну еще, ладно, еще надо 50 центов поднять, вот так вот делаем. Ну, удвоим, если что, не страшно, еще раз удвоим. И все, на балике у нас 1000 бачей. И вот на этой прекрасной ноте, когда мы, получается, подняли плюс $170 к балансу, и мы за 2 видоса смогли из $275 сделать 1000 баксов на балансе. И все, благодаря этой обнове. Ну, дефьюз сейчас тоже чуть-чуть меня поднял в конце, но все-таки 90% нашего профита это вот этот дабл с вот этим новым вот 7x в режиме. Но это просто красота, по-другому не сказать. А мы на этой прекрасной ноте все, заканчиваем ролик, парни. Напоминаю, все, кто хотят покатать на кайсфейле, вы можете при пополнении ввести промокод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с картой, скинами, криптой, как им нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будьте в хорошем плюсе. А также в описании под видео оставлю промокод на 25 центов, вводить его нужно вот сюда. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Но я считаю, за видос, где мы пробили наконец-то $1000, так красиво опять поднялись по этой стратегии 7x в дабле. Ну, пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. Это даже не обсуждается. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.